Весна, как обычно, для коммунальных служб пришла нежданно-негаданно. Ни пройти, ни проехать. Такую картину можно было увидеть сегодня практически в каждом коряжемском дворе. Многие автолюбители и вовсе не рискнули сесть за руль, предпочли на день-другой оставить свой транспорт в излюбленном месте, поближе к подъезду, тем самым создавая помеху уборочной технике. Как нам стало известно, руководство управляющих компаний «Атлант» и «Кедра» за 2 недели до предполагаемой потайки договорились с частными предпринимателями на аренду техники, чтобы в эти дни по максимуму ее задействовать для уборки дворовых территорий от снежной каши. В «Атланте», к примеру, работают сразу 2 погрузчика. Их направляют в первую очередь в самые непроходимые дворы. Кстати, их уже не так много. По словам замдиректора Светланы Мизгиревой, работа не прекратится и после окончания рабочего дня. Продолжится уборка и завтра, до тех пор, пока по дворовым территориям можно будет передвигаться без проблем.